немножко другой рельеф. Машин почти нет на дороге. Машин почти что на дороге. Едут только туристы, арабы и мы. И не туристы, и не арабы, мы русские паломники. Мы считаем себя паломниками. Так, у них теплицы, какие-то сады. Мы не знаем, что за деревья. Не понимаю, какие
все выехали, конечно. Сейчас мы посмотрим. А, или вот на полиция уже с другой стороны. Какого полиция сегодня? Потому что день покоя, праздник, а с ребят за порядком. Везде. Наверное, пробка будет дальше. Я уже вижу, что показывает на их номер, что будет пробка. Вот такие горы высокие очень. Называется Шореш. Смотри, какие поселения. Остановились вынужденно.